Всем места, с вами Павел Мясник, и сейчас мы снимаем Майнкрафт с моим хорошим другом, Ваньком, поздоровайся. Всем привет, ребята. Ну охуеть, что мы делать будем, короче? Ну, я не знаю, нам тут, я смотрю, очень сильно повезло, мы заспаунились прямо рядом с деревней, поэтому, наверное, я думаю, ты пока обживайся, а я подобываю каких-нибудь ресурсов, чем у нас вообще мне, есть. Где мне здесь обжиться, тут все дома есть свободные. Ну вот, бери любой, пизди жителей. Чё хочешь делай, это теперь наша деревня. А, так они здесь живут. Охуели, что ли, блядь, надо их оттуда убить. Да-да-да. Во, короче, домик нашел, тут даже этот есть, верстак. Если чё, буду где-нибудь здесь. Блядь, нас, конечно, забросило, ни деревьев, ничего нету. Ну, ебать, просто а чего жопа полная. Да? Ну, короче, я пойду куда-нибудь в жопу какую-нибудь, сейчас забегу, деревьев. Понадобываю. А чё, как тут? Ну, блядь, тростники есть. А, прыгать на них можно, убиваться, больше ничего. А, ну то есть да. Ничего не надо. А, ну по-моему, из них краситель еще можно делать. Чисто красить себе броню. Только кожаную при том, да, больше никакую нельзя. Да, хуй с ним. Вообще похуй. Кактус. Слушай, ну это вообще какой-то ужас. Я вот бегаю. Вообще нету ни деревьев, ничего. Да хуй нас забросило, да, в биом? Еще и голодаю, скоро сдохну, потому что жратвы нету. Ой, а жителей убивать... Вижу. Там, кстати, по-моему, может быть другой биом будет. Ну, посмотри. Я вот одно дерево, по-моему, в пустыне сейчас вижу. Это очень хорошо. Если ты видишь дерево, бей сразу по почкам. А тут этот какой-то биом смешанный, песок с этим, с землей. Бред какой-то. Господи, боже мой. Сейчас. Я такого первый раз вижу. Да, реально. Так, я вижу, ты уже начал добывать деревья. А я тоже. У меня вот 3 дерева уже есть. Что-то они долго ломаются. Бля, куда ты забежал? Я вообще ничего здесь не вижу. Надо сейчас я вижу воду. Топор сделать, чтобы чуть побыстрее это все дело было. Я, короче, нашел. Я, наверное, скоро сдохну от голода, но я нашел тут этот сокровищницу в пустыне. Там 4 сундука внутри лежат, там может быть что-то полезное, если что. Ну хер его знает. Ну тут вот реально, вот если чуть-чуть пройтись от наших вот этих построек, а сюда, в какую сторону? Я просто. Ну вот где окна, они смотрят как раз сюда. По солнцу ориентируйся. Угу. Я знаю, тебя понял, хорошо. Сейчас я тут построю, а на как-нибудь если прыгать, я умру, да? Ну, не с первого раза, но если ты мазохист, добро пожаловать кактусом. Это твое вот все. Вот я небольшую горочку из песка построю вверх, чтобы тут ориентироваться. Так, отлично. Я пока тут прокопаюсь немного к этой сокровищнице. Единственное, что мне не нравится, что здесь темно. Я сейчас могу нарваться на каких-нибудь мобов. Но пока... Так, сейчас буду копать вниз. Главное не сдохнуть, потому что если а я упаду... А что, строить нельзя, да, как блоки их ставить? А, нет, ставятся. Да нет, можно. Итак, в сундуках у нас есть уже золото. О, шикарно, а что есть? Ух ты, даже изумруды есть. Из золота ничего полезного, вот изумруды очень полезны в том плане, что с помощью них можно торговаться с жителями и какие-нибудь интересные вещи у них выторговывать. Но они сволочи, как в реальной жизни, такую цену ломят. Так что придется их... Их побить немножко перед этим придется. Главное мне сейчас дожить, потому что я полумертвый, сейчас буду идти к деревне, там где-нибудь в кузнице сундук есть, если что, весь лут туда будем сбрасывать. Окей. Так. Так, ну я тогда создам нас Да-да-да. Нормально. Ты если что, не потеряешься, помнишь, куда идти? Да, я здесь рядом. А, ну заебись. Да, зрители, если вы меня смотрите и слышите, что я немножечко сопливый, я прошу прощения. Не самый подходящий момент для записи, но все же болезнь настигла неожиданно. С кем не бывает. Я ориентир построил, чтобы тут можно было ориентироваться. Такая горочка. Да, можешь эти писюны строить. Чисто по ним ориентироваться будем. Хорошая ориентировка. Ну, я тебе реально говорю, так многие делают. Такие небольшие писюны с факелами строят, и по ним... Ой, боже. У меня угля я нет, не провалился. Печку создать, а для этого камни нужны. Да, ты неси дерево, я не знаю, потому что
Там надо срочным образом делать шахту и копаться. Так, ебать, по воде пошел. Ну, если что, может, сейчас тебе навстречу. Перебил. Я вот чудо. Камень нашел, но мне его долбить нечем. Сейчас, может, с верстака. А ты сделай деревянную кирку. Можно сейчас будет так, где-нибудь верстачок сделать. Так, уже ночь, так что я готов умирать, потому что ни брони, ничего нету. Буду сражаться как храбрый. Как храбрый герой буду сражаться с мобами. Готовься, так, блять, да. Иду по воде, вижу воду, вижу песок, земли не вижу. Вижу, нет. Короче, блять, я найду. О, я смотрю, ты уже кирку сделал, это правильно. А что-то мои достижения? А, я вижу, да. Ну, конечно, пора в шахту. Пора в шахту, блядь. Сейчас где-нибудь прокопаем. Да, ночь. Уже ночь настала, пустыня, конечно. Неожиданно, и без факелов тут особо делать-то нечего. Ух ты. Я не знаю, видишь ли ты, но я какой-то огромный биом в воздухе перед собой вижу. Очень большой. А ну, сейчас я вернусь назад, чтобы меня не убили. Короче, ты же необычные деревья, да, накопала какие-то такие? Да нет, самые обычные. А, тогда я какой-то новый биом нашел, нифига себе, ебать. А где ты его нашел? А я пошел, получается, сейчас, если по солнцу ориентироваться, это у нас что? Это у нас запад, восток. Короче, я пошел на юг и нашел какой-то охренеть большой биом. Я не знаю, это что-то очень жестко. Так, я нашел пещеру с углем. Только мне нечем долбить. А у нас если ты возвращаешься. В городе. О, заебись. Ты уже вернулся? Да, но я все в доски переделал, мне не еще уголь сделать, чтобы факела. Да были. Пофигу. Они наделай. Я уже обшарил. Я одел на себя, там были железные сапоги. Ничего. Очень богатый сундук в скобочках. Шикарно. Жители, они хоть отбиваются от зомбаков? О, нет, они спасаются. Так, короче, я сейчас сдохну специально, чтобы побыстрее к дому поближе появиться. Потому что у меня скорости нету никакой, я голодный. Скелеты меня тут прессуют по полной. Да, коллекторы недоделанные. Кстати, тут есть зачарованная книга у них какая-то лежит, кости. Да-да-да-да-да, я находил. Так, ага, вот да, вижу. Это тут оставить, в этом сундуке? Да, оставляй. Тут скелет на кого-то сагрился, по-моему, на жителей. Сейчас я ему пиздюлей дам. Стрелы, они мне вроде нужны. Кстати, я же саженцы дуба насобирал, так что можно сейчас будет здесь деревья выращивать. Нормально. Не-не-не, отдай мне. Знаешь почему? Потому что я их не здесь посажу. Я накопаю земли, вот здесь сделаю грядку и посажу деревья. А у меня сколько саженцев? Штуки земли есть, кстати. Можно сейчас прямо здесь грядку сделать. Так, но блин, хреново. В принципе, растет. Да? Разве? Серьезно? Ну, нифига вот себе. Я говорю, я видел землю в песке, и там деревья росли. Прям из песка. Боже. Не, они там, правда, на земляной какой-то почве были. Ну да ладно, чтоб не рисковать. Давай, пошли попиздим. А вот земля, тут даже можно ничего не копать. Тут, правда, скелет лучник, сейчас я его... Да-да-да-да-да-да-да, я про вот это место, по-моему, говорил. Тут и тростники, тут и все. Но давай, отходит, я тебе помогу. Мне не нравится. Что? Да он отходит от каждого моего удара. Ну, трусливое говно, чё. А ты посмотри на него, а живучий какой. Все, забили мы его. Вот, смотри, видишь, тут у нас песок с землей смешанный, можно прямо здесь саженцы высаживать. Да-да-да-да-да-да-да. Так что заебись. Если чё, да, устроим здесь какой-нибудь мини-огородик. А, кстати, мне бесит, что у них огородов вообще нету. Обычно в деревне 1-2 огорода есть. У этих вообще не какие-то бедные. Ё-моё, меня лагануло, этот дебил взорвался, все мои саженцы сорвал. Тут этот появился, крипер. А, зеленое говно вот это. Да, ебать, он взорвал. Может, это нам на пользу. Так, ты все дерево скинул в этот, в сундук, да? Я так понимаю. Нет, у меня дерева не было. А чё саженцы не садят? Ну, удаляют почему-то. А, всё. Скинь мне, пожалуйста, досок своих. Сейчас, а как их? Потому что я... А, в инвентарь нажимаешь на них и просто меня там указываешь, или мимо инвентаря указываешь, и они выбрасываются. А, мимо инвентаря, сейчас.
Ну вот у тебя рамочка вот эта, вот мимо нее указываешь. Во, все, спасибо. Да? Это все доски? Пока да. Заебись. Так, ну сейчас я здесь разберусь. Ну мне на первую кирку, я думаю, хватит. Так, где я видел? Так, еще раз. 2 и 3. Все. Остальные 7 досок я сложу, может, на какой-нибудь черный день. Сейчас пойду к верстаку в дом. Так, где бы мне лучше здесь верстак примандить? Верстак здесь есть, я же говорю, в одном из домов, где я книжные полки. Я построю, все-таки его скрафтил. Ну, окай. Так, может где-нибудь... Ну, я не знаю, нам надо как-то еду сюда присобачить. Может, где-то курицы болтаются. Яйца. А, в этом сундуке, слышишь, в сундуке есть гнилые плоти. Если их поесть, то немножечко голод утолится. Да, я видел, но нужно свою еду сюда. Либо ну, пшено да. выращивать, но до пшена, я думаю, еще далеко. Ну, блин, у нас же земли нету, поэтому и пшено будет очень тяжело выращивать. А ты что, сейчас сундук скинул? Да, ну, получается, что я взял себе на кирку обычную, и остальное все скинул в сундук, потому что оно не надо. Я вот сейчас с одной кирки накопаю немножко камней, и там уже посмотрим. Так. У нас еще ну кости нам как раз могут понадобиться, когда будем выращивать семена. Их же можно в костную муку превратить, и будет в два раза быстрее все расти. Да? Ну да, 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 это оно, по-моему, так и есть. Кстати, там, вот если свойства где-то почитать. Огородик есть. Это не огород, это просто, не знаю, какой-то участок небольшой. Ну дебильный, тоже можно будет абсолютно. Выращивать что-нибудь. О, там эти ходят, тоже черные. Черные эндермены. Эти эндермены, слендермены. Да, точно. Я что-то дракона убивал в свое время. Да-да-да, я помню эту серию. Ты вроде так легко прошел Майнкрафт, даже не парился. Потому что я с этим чит-коды ввел. Меня задолбало. Я шел по это все как надо, сделал, кинул эту херню, она мне указала, а там не было портала. Хотя там должен быть портал. На тебя крипер бежит. Да, сзади. Что-то они быстрые здесь. Сейчас я его отпишу, ебать. Все. Идет нахер отсюда. А смотри, он на меня не агрится, он на тебя агрится. Ему на меня пофиг вообще. Ух ты ж, ебать. О, тростничок. О, вот и камень. Сейчас заставлю это все землей, чтобы воды не было. Все, можно добывать. Кстати, да, можно сейчас прокопать туда. Ты знаешь, как делают шахты более-менее профессиональные майнкрафтеры? Нет. Они копают где-то до 10-й, где-то или до 12-й. Ну, получается, если сейчас я скажу по координатам, это координата Y, это высота. До 12-й или 10-й высоты, где уже начинают спавниться алмазы. И они оттуда просто начинают делать такие проходы, 3 в высоту. Один в длину. И потом они пересекаются друг с другом, и получается как бы огромная такая шахта, которая имеет проходы, пересекающиеся друг с другом постоянно. И таким образом можно... провалиться, да? Нет, ты бедрок никаким, ни киркой, ничем не сломаешь. Это единственный блок в игре, который невозможно сломать вообще. А, ты имеешь в виду этот последний, да? Да, это Да. Он в самом низу как раз находится. Я ж тогда... Так, у меня уже... Это ты в гейм-моде, да? Да, но я же ввел эту херню, потому что я уже упал. Я копал, а портал не смог так найти. Ну помнишь, который в Эндермир ведет? Да, помню. Да, эта гравийка, она тут нахер не нужна. Слушай, я не знаю, как понять, снимаю ли я или нет. Я надеюсь, что я снимаю, ебать. А ты потому что если нет, снимаешь? То это... Бандикам. А причем тебя... новая версия. Так у тебя должен FPS показываться. Я его нахер убрал. Не знаю. А ты никак не узнаешь, оно у тебя должно красным гореть. Оно не будет записываться, но тебе отображается FPS. Вот у меня сейчас 15 FPS показывает. Пиздец, у тебя маленький FPS. Ну хотя, блять, это Майнкрафт, это нормально для него. Пиздец, да. Как GTA 5 реально. Так, я сейчас небольшую лестницу сооружу. О, отлично, уже в принципе утро. А я с ресурсами пошел. Ну, смотри, я тебе сейчас одну вещь расскажу. Во-первых, ты неправильно садишь. Их нельзя садить в ряд. Им нужно давать расстояние хотя бы в один блок. То есть смотри, ты садишь вот так, где
дерево. Вот так и, например, вот так. И вот теперь они точно вырастут. Причем у нас есть костная мука. Я пойду сейчас сделаю костной муки, и он у нас в 3 раза быстрее вырастет. Ну хрен его знает, я так всегда садил, и нормально было. Но они так и серьезно медленно вырастают. Намного медленнее. Мне просто нравится, как так, они в толщину растут, такое огромное дерево получается толстое. А, да-да-да-да-да-да. Все, смотри, смотри, сейчас волшебство будет. Феечки Винкс. Так, нихера. О. Да что такое, ебать. По-моему, у меня... Че, выросло? Да не, нихрена. У меня нихера не растет. Но что-то начало... О! Нихера себе. Так, еще одно осталось. Сейчас пойду это еще костной муки возьму. Это костная мука такую херню творит, да? Это костная мука. Но она не с первого раза, там, блядь, великий рандом делает свои вещи. О, у меня дохера костной муки. Сейчас по-любому посажу еще одно. Ох, нихера, оно здоровое, пиздец. Да, разрослось. О, ебать, все, ты посмотри на эту красоту. Все, теперь можно делать топор. У нас как раз есть камень. Сейчас пойду на верстаке. Блядь, доски нужны. А у меня, по-моему, какой-то... Сейчас тебе сделают... У меня булыжники какие-то, это камень же? Ну, правильно, вот пойдем, пойдем. Ты верста... А, ты здесь верста... Слушай, а булыжники, они просто плавятся вообще? Они в обычный камень плавятся, вот который мы копаем. На, иди, руби деревья. Так, погоди. Так, а я себе, пожалуй... А? А, вот топор нашел, нашел. Так, сейчас палок до хрена... Да-да-да-да-да-да-да, есть такие. Мне надо еще сундук прям расширить. А мы потом переедем отсюда. Нахуй нам это залупинская непонятная халупа. Мы можем в этот замок красивый переехать, песчаный. Мы его выкопаем, он немножечко там получается под песком. Так. Только на время получается. Ну, у нас вообще нормальной хавки нет. Так что это печаль, беда. Так, я все скинул, у меня 2 кирки, пойду до хрена добывать, потому что нам кровь из носа нужны ресы. А я приблизительно помню, где уголь, но туда я не пойду, потому что далеко. О, я камушки вижу. О, странно, дерево всё. Выросло. Оно обычно только вверх растет, а тут еще вбок выросло. А, ну это уже тоже рандом и немножечко лагов. Это норма. Пойдем. Осьминоги плавают, может его захерачить? Меч сейчас и скрафтить. На... Ты тоже его заметил? Да, они здесь плавают. Ну, захерач, чё. В принципе. С него только этот краситель идиотский выпадает, и никакого толка. От него. Нету, да, с него? Нет. Не знаю, это уже деликатес какой-то, осьминог. Щупальца осьминога. Не, ну, так. Еду вот, вот. Ну, от него, я же говорю, толку никакого вообще. Да ёбаный рот. Уничтожают, что-то лагает. А, ну, подлагивание присутствует. Ой, боже, где же этот уголь? Идиотский. Я не могу понять, почему у меня саженец не хочет садиться. Что за херня? Саженец не хочет садиться? Ага, он у меня раз посадился и убирается, посадился и убирается. А, это... Займись, короче, чем-нибудь другим, это отлагает. Это херня ебаная вот эта. На сервах постоянно такая хуйня присутствует. Ну понятно. Так, ебать. А мне еще ППС вообще просило 5... до 7. Нихера себе. Да уж. Не, у меня, не знаю, судя по всему, у меня сейчас 35 стабильно. У меня даже блоки не хотят уничтожаться. Вот это дерево, этот лесу уничтожают. А, ну это у тебя лагает, так значит. Да вообще херово, я не могу обычную листву уничтожить. Дерево вроде бы уничтожается, а вот листва... Блять, что-то я тупанул, что я без жратвы пошел. Потому что если я сейчас откину копыта, а у меня 2 кирки, то это очень нехорошо. А у меня саженцы посадились. Наконец-таки, ура! Охереть, да, праздник. Да. А дерево перестало ломаться. Да ёбаный рот. Даже не посадился, дерево не ломается, охеренно. Слышишь, так и назови серию, сквозь лаги, ебать. Слушай, а я яблоко где-то нашел, походу дерево яблоки, что ли,
Это если листву ломать, яблоки выпадают. Я нашел уголь, блять, но я сейчас сдохну. Слушай, я, короче, буду использовать древнюю магию. А когда начну сдыхать, будь рядом с домом, я к тебе телепортируюсь через древнюю магию. Давай. Потому что я не хочу терять. Это для нас сейчас очень важный ресурс во всех планах. Что там за ресурс, потому что у меня так. Скайп лагает тоже. Я про... У тебя скайп лагает, серьезно? Да, я про уголь говорил. Мне что, йота дебильная. Пиздец. Я... Ну, у меня Ростелеком тоже грешит частенько. Ну, ты, я овец нашел. У меня там без провода. Раньше как-то нормально да? было. Так, самое что интересное, у меня из-за того, что ноутбук, когда я новый купил, у меня провод до ноута не дотягивается, и я использую режим Wi-Fi. Слушай, а как сундук сделать? Чисто ноут. А, доски обычные берешь и выкладываешь по кругу. Чисто выкладываешь все, кроме середины. Не из дерева, а из доски. Ну, дубовые доски, да. Ну, любые там, вообще, пофиг. Ух, ё. У нас уже 25 угля просто. Радость, полные штаны. Нормально. Чё, получился сундук? Да, здорово теперь. То я помню, ты первый раз записывал, у тебя были проблемы, что ты некоторые рецепты крафтов не помнишь. Ага. Да у меня всегда так. Дай, блядь. Неужели в жизни есть такие вещи, важнее которых может быть крафт в Майнкрафте? Понимаешь? Так что мне кажется, эти мозги парить вообще не надо. Так, кстати, у нас неплохая вот этот биом начинается с земляной. Вот он с песком. И вот я чуть-чуть вправо от дома ушел, где мы деревья посадили. И здесь прямо огромная какая-то шахта. Ты случайно не здесь копаешь? Нет, я вообще не там. Ты, я же говорю, далеко от дома не убегай, потому что мне, блять, меня уже убивает. Так, короче, возвращайся к дому, я к тебе сейчас телепортируюсь. Просто тут шахту нашел возможную. Думаю, неплохо будет в этой горе прокопать. Так, я к тебе телепортируюсь. Вот, стой, иди сюда, я сзади тебя. Вот, возьми, я тебе скину сейчас резы свои. Угу. Потому что меня потихоньку убивает. Это идиотская голодовка. Да, утоплюсь нафиг, потому что мне надо тебе сейчас... гнилую плоть дать? Не надо, пусть на будущее. Я сейчас просто заново опять перерождусь. Как... Ты где нужно перерождиться? Это дебильно, да? Не звучало. У нас спаун стоит рядом с деревней, так что вообще пофиг. Я сейчас опять туда побегу, потому что я там овец видел, а нам кровати нужны кровь из носа. Да, так, ебать. Точно. Сейчас сделаю себе меч-кладенец и буду кромсать. Надо нам выращивать этих питомцев, иначе мы не сможем ничего жрать. А, вот ну да. Но у нас, я считаю, в этой пустыне уже заблудились. Так я ж там помимо овец видел еще мобов, я же говорю. Там и курица была, там и еще какая-то херня была. Кролики эти ебаные, блядь, бегают. Пиздец, добавили на свою голову. А ты на запад шел? Кстати, ох, ну вот, смотри, ты видишь меня? Ты где, я не знаю. Вот я иду в сторону деревьев, которые мы вырастили. Я на юге нахожусь. А, ты тоже куда-то съебался? Ну я там же, где ты умер практически. А, нет, я пошел, получается, если ты сейчас идешь спиной к нашему дому, я пошел направо. Потому что там огромный биом, красивый очень. Ты не про ту гору, которую я говорю? Так. Нет, не про ту гору. Мы немножечко в разные места пошли. Мне сейчас главное овец добыть и прибежать домой. Поэтому ты там посмотри какие-нибудь биомы, которые рядом с нами, возвращайся. Потому что я, наверное, опять телепортируюсь. Да потому что я вот бегу, у меня уже три голода. Писец какой-то, я хотя бы яблоком подкрепился. Как это работает? Попробуй эту листву покромсать, где яблоко выпадет. Ну можно. Капец тут деревьев. Если что, мы потом можем сюда. Тут вообще ни хрена, тут чистая пустыня. Да, там песок, я видел. Так. Блин, я еще угля нашел. Ну ладно, нам пока, в принципе, там я где-то почти стак добыл. Я думаю, нам на первое время хватит. Сейчас попробую мясо добыть максимально. Нам стекло надо? Ну, может пригодится, если какой-нибудь дом будем строить. Панорамы сделать.
Да. Так, у меня уже есть две курицы. Филе из курицы. Сейчас приду, зажарю, и будет у нас с тобой наконец-таки нормальная жратва, а не эта дебильная плоть. Я вот на юг пошел, тут также пустыня, но я нашел какое-то углубление, очень похожее на шахту, и походу я вышел на новый биом. Да, я новый биом нашел. О, это отлично. Тут деревьев вообще до хрена. Да-да-да, я вот тоже в таком биоме сейчас нахожусь, где просто уйма деревьев. Ну, я южнее. И дебильный пошел. Какая-то Ну, значит, мы в разные места пошли, и это хорошо. О, тут такой водопад красивый, ё-моё. Так, хорошо, хоть я только одну овцу нашел. О, тут свиньи вообще рубить, до хрена. Ну, да. О, охеренно. Так что я думаю, я с голода не умру. Да ебать. Бля, пришел за овцами, убил одну. Вот куда они делись? Вот что за дебилизм? Я сейчас попробую какой-нибудь заборчик сделать. Пиздец. А, чтобы выжить. Угу. Да. Я сейчас думаю, земли накопаю. Ну, я так понимаю, эту ночь мы будем пережидать где-то в других местах, потому что я уже домой не вернусь, у меня дикий голод. Мне главное не сдохнуть, хотя у меня жратва вроде есть. Так, что здесь? Блядь, пиздец какой-то. Так, у меня лопата нужна. Ой, я корову вижу. Сейчас, блядь, прыгнем нахуй в воду. Добрый вечер. Так, а что лопата не делается? Это обязательно верстак нужен, да? Да. Обязательно. Так, минус курица. Сейчас будет минус зомби. Слушай, иди, а сюда. Что-то у меня угля 51 штука появилась. Так это ж я тебе дал уголь. А, это ты его добыл. Ты только не проеби его. А то это очень печально будет 51 уголь. Ой, просто свинья, не лагает. Так, жратва есть. Так, у меня одно мясо есть, но его надо будет пожарить, да? Ну да. Блять, это писец, сырое мясо дает всего плюс один к голоду. О, свиньи! Ёлка. Сколько здесь криперов? Целых 3 штуки. Давайте взрывать их, пацаны. Писец. Ну, чтоб я дерево не рубил. Хрюндели. Так, саженцы. Так, есть одна свинья. А где столько саженцев насобирал? Я не понял, подожди, это что вообще такое? Саженцы. Это ты здесь... Это... А, это ты вот... Ох, слушай, у меня здесь тоже акация дерева. Блин, я офигею, если мы где-нибудь рядом, но я в это не очень верю. Офигеть, сколько здесь живота. Я далеко ушел, меня сейчас лучник шмаляет, надо, наверное, возвращаться, но я так далеко ушел, что первого... Так я тоже далеко ушел, но я, в принципе, ориентируюсь, куда идти обратно. Ох, ебать, сколько выпало. Так, ну у меня уже в районе 20 мяса где-то. Ух, эндеры. Так что эту ночь, я надеюсь... Ой, блядь, ты главное им в глаза не смотри. Типа, когда смотришь им в глаза, он начинает злиться. Типа, ты чё, охуел? А, но они ко мне спиной стоят. Овцы, отлично. Вот... Но а чё, дойти живым, потому что у меня сейчас... У меня сейчас есть целых 3. Блять, крипер, сука. А, двое, блять. Ну, свиней мы выращивать можем, ран, просто... Боже, это кто такие? Кто, блять? Это что за паладины? На меня смотрят евреи какие-то. Алкаши, меня бутылками кидают, блядь. Иди нахер. А, это... Это ведьма, кстати, она очень опасная. Да я заметил, сейчас меня грохнет. Она, короче, тебе сейчас... У тебя сейчас пол шишечки хп останется. Да. Смотри, не нарвись ни на кого. У меня пол шишечки, да. Тебе сейчас любое касание, тебе... О! Так, блять. Ты сможешь найти свой... Найти рис? Сможешь? Да хер его, сейчас проверим. Бля... Пиздец потеряли. Охуенно. Ой, Ваня, я в каком-то блоке святая... заспаунился. А, ну это рядом, все нормально. Ты пройди вперед, там деревня наша. А-а-а. Или назад. Так, я уже не помню. Зарезами как-то сходи. Так, крипер, взрывайся, я тебя прошу. Ой, молодец. Да, ночью здесь опасно, да. Что-то ведьм еще ни разу не встречал. Когда их добавить? Серьезно? Ну... Вот я точно не вспомню вообще, но относительно давно, потому что я уже хрен знает сколько играю,
и они уже ту его кучу времени точно были. Так, я, наверное, буду возвращаться. Ой, блядь, да куда ж меня прет-то, а? Бля, надо было вышел, блядь, на трех. Я не уверен, что я смогу найти эту херню. Ну, если что, вместе пойдем. Блядь, вышел нахуй на трех скелетов, блядь, пауков и криперов, пиздец. Ну, что там очень... Да откуда они спали? Да это притом легкая сложность. Да, они меня за 2 километра видят, эти мрази, да ты посмотри на них, ебать. Да они вообще херели. Да ё... Слушай, я просто смотрю вперед. Там, блядь, целая... Армия? Вопрос, как я пробиваться буду. Полная... Я тебе... Тай, наверное, собралась. Вот в этих мобах. Просто. Ну, блядь, кто-то купается в водичке, блядь. Кто-то меня бесит, блядь. Скелеты ёбаные. Так, я вообще до моря дошел. Что-то я не могу найти, где я сдох. Ну, там ресы вообще остались, блядь, да, по идее? Если что. Да, а тебя убивают, ресы скидываются. Все, я пришел, заебись. Сейчас я скину вещи, блядь, поставлю на переплавку жратву и, наверное, пойду тебе помогать. Ух, ни хрена себе. Если, конечно, сам не сдох. Зажимают. О, Эндера, я ему в глаза смотрел, он взял, отвернулся. Куда я выиграл? Так. Я что, круголя дал, что ли? Что-то светится. Так, печки. Блять, на мне есть чего переплавлять. Ёбаный в рот. Да что за... А, не, подожди, палки. Из палок же ж можно, по-моему. Опа. Ну-ка. Да, отлично. Пизди-ка. Я около ведьмы, тут да, не я... светится. А, это лава, нихера. А, ебать. Блядь. Да куда тебя там занесло? Ебать. Я просто не могу найти, где мои ресурсы. Вот ведьму я одну нашел. Их было больше, по-моему, насколько я могу вспомнить. Я думал, это какие-то евреи со мной поторговаться хотят. Евреи поторговаться. Ну, удачи. Я уже доторговался, блядь. Убит с помощью магии. Так, ты, по-моему, не все деревья побил, потому что я смотрю, тут еще стоят. Я сначала новый вырастил, я посадил. А, ну заебись, потому что мне дерево сейчас... Господи, только заработал достижение, ну да-да... Гениально. Ой, блин, так. Ну хер я их уже найду, эти ресурсы. Это надо было как-то то ли IP запомнить, то ли еще что-нибудь. В принципе, я всегда с таким сталкивался, то что проблемы возникали. Когда, знаешь, просто дофигища накопал всего, выходишь, уже ночь, а дом далеко, и надо как-то идти. И тебя в любом случае убивать. Так, у меня уже есть жратва, так что если что, можешь приходить домой. Ну ладно, я сейчас туда на кампусе умру. На. Так. Да ебать, да что ж так дерево быстро плавится, что за писец. О, нихрена себе, мои ростки плоды дали. Да-да-да, вот-вот. У меня столько семён локации, локации этой... О, как у меня лагает, охереть. А, это он. Я слышу, что ты прав. О, еще дерево. Я еще дерево нашел. А если тебе жратва нужна, я скину. А так топор же только у тебя был. Охереть. Да. А если здесь вниз прокопать, можно прямо здесь же шахту создать? Можно, конечно, но это долго копать. Это прям очень долго копать. Вот прям серьезно, прям писец. Так, есть. Сейчас я в печку опять закину. Ну я вот бревна. Уже нашел. Пофиг, что бревна. Гравийку нашел? Да. Ладно, я тут... Так, я хавку нормальную скину в сундук. Право снизу будет жатва. Нормально. О, уже утро, ну заебись, блядь. Да, в принципе, можно и не жрать, раз мы здесь воскресаем. Биом такой нас закинул. Ну, это если только мы куда-нибудь далеко ушли. Нам, наверное, я думаю, надо брать с собой жертву. Ну да. О, яблочко выпало. Когда там будем перебираться так оттуда? Да-да-да, будем съебывать. Потому что мне это место не нравится. О, одно из твоих деревьев дало плоды. Ура. Шикарно. Сейчас эти должны, по идее, сдохнуть. Дельную грядку здесь забацал. Ну, да. Ты знал, что когда типа наступает утро, пауки, они ж враждебные ночью, они с утра становятся к тебе нейтральные. То есть они тебя не трогают. Вообще. Не,
не знал. Я думал, они всегда атакуют. Ох, ебать тут орда, ты посмотри нахуй сзади тебя. Я сейчас их добью. Я тут сейчас всех нашу, блядь. Жареная, гнилая плоть. Надо просто этот, измельчить кости. Как они все измельчаются? Просто кладешь их в этот в слот, и из них сразу костная мука делается. То есть там никаких диких махинаций делать все, в принципе нашел, не нужно. Да, можно теперь деревья быстренько вырасти. Там, так, все, до хера жратвы у нас. Просто дохерища жратвы. Я очень рад. Ну, так. Отлично. 20 саженцев. Охереть. Да сейчас их еще больше будет. Каждое дерево по 2, если дает. Да. Так, а ну сейчас попробую костной мукой этот саженец высадить. Как он в дерево вопьется, интересно. Оно сразу должно, да, вырасти? Просто так, правой кнопкой. Раз, да, надо? Нет, я же говорю, это святой рандом. Просто. То есть оно может сработать, может не сработать, да? Ну подожди, ты саженец немножко по-датски посадил. Пересади его вон туда поближе. О, вырос! О! Ебать! Ну ты волшебник. Охерей, да? Вот, у тебя есть еще костная мука? Вот тут еще два саженца, да, есть, можно. Но еще прим. О! Давай. Да, да как ты это делаешь? Да, у тебя практически с первого раза получается, блин. Ну вот так. Давай, давай, давай. Я верю в тебя. Не работает, понимаешь? Что-то вот на этот не хочет работать. У меня здесь зона какая-то. Не зоны доступа, блин. Ну. Блять, крипер! Я тебя спас, короче. Нормально. Чё нам здесь это водопады делает? Да. Давай тебя вырастим. Меня реально не хочет костная мука вот эту херню юзаться. Вот у меня вот это уже... Тут какая-то зона ненормальная, но у меня еще один саженец почему-то дал. Аномальная зона какая-то, да. На песке ты уверен, что деревья не растут? Сейчас вот... Я более чем уверен, что они не растут. Ну да, ты просто саженец. Так, ну сейчас вот эту херню попробую. Да, ё, давай, садись. У меня вот эта зона реально какая-то ненормальная. Тут вон там, я еще посадил вот здесь, да. Слушай, мы из этой пустыни скоро новый биом сделаем такими темпами. Да, засадим просто все деревьями. Так, а где просто... саженец? А куда он делся? Сделал. Он со мной. Неужели посадился где-то? А, вот он где. Так. О, дождик. О, дождик. Дождик пошел. Только не у нас. У нас дождика нету. А что это он наполовину? Ну что? А, ну потому что здесь типа не пустыня, а в пустыне дождь никогда не идет в Майнкрафте. А вот здесь нет пустыни, здесь идет дождь. Это опять-таки дебильный Майнкрафт. Смешно выглядит, когда он, знаешь, на одной где-то области. Да. Ну что, давай тогда прощаться со всеми. Да, давай, еще запишем в следующий раз, как время будет. Да, спасибо вам за просмотр, дорогие зрители. Да, всем удачи. И да пребудет с вами мясо.